Ну а сейчас расскажем о новом, очень современном способе борьбы за экологию. Чтобы увидеть его в действии, наш эксперт по погоде Иван Трауре отправился в лес. Сейчас он с нами на прямой связи. Вань, ты думаешь, что спасти землю можно при помощи плакатов на деревьях? Да, ребята, именно на них делают ставку борцы с мусором в лесах. В качестве средств убеждения они используют самые популярные интернет-мемы. Вот знаменитый грустный котик. Ну, у кого, скажите, поднимется рука бросить окурок или пластиковую бутылку, если это так сильно кого-то огорчает? Этому движению уже 3 года, и оно быстро набирает обороты. Начиналось все с одного московского лесопарка. Сейчас смотрите, к акции уже присоединяются по всей России. Но главное, приносит ли это результаты? Как раз сейчас мы это и узнаем. И ответит нам человек, который все это придумал. Ань, привет. Ну, расскажи, интернет-мемы все-таки работают? Да, конечно, работают. Ведь юмор и яркие картинки всех привлекают и мотивируют к действию. Скажи, а вот почему только грустный котик? Интернет-мемов очень много. Например, упоротый лис или привет, медведь. Ну, на самом деле мы используем 70 разных мемов. И кого-то замотивирует котик, а кого-то Чак Норрис или Леонардо Ди Каприо. А для кого-то большие черные парни. Ань, я так понимаю, для вашей акции очень важна хорошая погода. Давайте посмотрим прогноз, а потом вернемся к новостям. На европейской территории России бушует холодный антициклон, который вернул в регион настоящую зиму. Чуть южнее, в Черноземье и в Саратовской области, весенняя погода, и днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. А в Краснодарском крае и в Адыгее еще теплее, там температура поднимется до 20 градусов. В Туапсе плюс 21, а в Крыму днем от 14 до 20 градусов выше нуля. А прогноз погоды для других городов сейчас на ваших экранах. Или без осадков, солнечно и ясно. Днем до 4 тепла, погода тут прекрасна. А в Москве примерно так же, где-то плюс 3. Правда, будет дождь, солнце выбить. Весна, 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 о, весна, 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 о, о. У меня всегда с собой Мизим. Мизим здорово желудку с ним. Ну, в Москве и сейчас прекрасная погода. Пойду прогуляюсь, посмотрю, как интернет-мемы работают. Может, я чем помогу? Спасибо, ребята. Ваня. Думаю, после этого, конечно, рискнут немногие. Это был прогноз погоды от Ивана Троуре.